экстремальный номер. Александра Черно заходит на яхту. А по яхте надо заходить вот на такой штучке. Давай, Сань, ты справишься. Не матерись, а то мне запикивать много. В смысле, сколько? Ладно, что тут глубоко, тут же яхта стоит. Ладно, не переживайся, нормально. Давай, Санек. Да давай! Нет. Мы такие тут тягали вещи, это просто пиздец. Сань, давай! Я не могу, я боюсь. А можно что-нибудь устойчивое поставить? Все, ладно, я пошла, Саша. Нет! Пожалуйста, можно я уйду? Это супер устойчивая вещь. Офигеть, ее все трясет. Ну, она трясется. Ну, дай ей ручку. Не надо мне ручку, он тоже весит. Он тебе ручку он даст. Он весит да тоже. Да ты посмотри на него, он весит 4 килограмма, блин, с половиной. Иди. Нет. Давай, Черно. А есть что-нибудь более устойчивое? Нет.